Уважаемые представители фракции «Зеленого». Уважаемый Виктор Васильевич, Виктор Сергеевич, данный вопрос не является вопросом приветствия. Я прошу прав читать проект решения, который вы хотите внести на рассмотрение в сессии. Просьба зачитать проект решения, который вы хотите снять с повестки дня. Зачитывайте, пожалуйста. Уважаемые представители фракции «Зеленого». Виктор Сергеевич. Пожалуйста, не прерывайте меня. Виктор Сергеевич, данный вопрос не является повесткой дня. Прошу вас по регламенту зачитать четко проект решения, который вы хотите внести, либо проект решения, который вы хотите исключить из повестки дня. Пожалуйста, не прерывайте меня, дайте мне закончить. Виктор Сергеевич, согласно регламенту, вы должны двигаться только по регламенту. Вы только что об этом декларировали со своими коллегами с фракции оппозиционного блока. Давайте Виктор Сергеевич, зачитайте, пожалуйста, проект решения. Анатолий, дайте, пожалуйста, мне закончить. Вы некорректно своим проектом нарушаете регламент. Пожалуйста, дайте мне закончить. Действуйте по регламенту, пожалуйста, Виктор Сергеевич. Я имею право это сделать, я буду пользоваться своим законным правом. Пожалуйста, зачитайте проект решения. Уважаемые коллеги, хочу принести свои извинения за представителей, за своих коллег, если они где-то не нарушат, включают кого-то обители, они не имели на это умысла. Они лишь призывают руководство областного совета четко следовать регламенту. Я полностью поддерживаю. Виктор Сергеевич, вы только что не следуете регламенту. Пожалуйста, зачитайте повестку дня. Ту, которую вы делаете, прошу прощения, проект решения, который вы хотите внести в повестку дня. Который я хочу выступить по поводу повестки дня. Я имею это законное право. Виктор Сергеевич, вы должны сейчас, когда есть у вас дополнение к повестке дня, зачитать согласно регламенту проект решение, тот, который вы хотите внести в повестку дня, либо не вносить. Анатолий, пожалуйста, не дискредитируйте работу областного совета. Дайте мне закончить, пожалуйста. Вы сами призываете работать по регламенту. Я так и делаю. Вы систематически нарушаете регламент. Это мнение большинства депутатского корпуса. И сейчас вы это доказываете. Это мнение вас и ваших коллег. Я бы хотел ответить своему коллеге. Следующий вопрос. Осипов Владимир Александрович. Прошу вас. Добрый день, оппозиционный блок Осипов Владимир. Я у вас хочу предложить слово Ирине Товарищ, своей коллеге. Следующий Финик Владислав Васильевич. Добрый день, еще раз, господа депутаты, коллеги, у меня есть предложение по повестке дня, но все-таки, как представитель комиссии по законности и правопорядку, хочу сказать, что головуючий на засіданні не коментує и не дає оцінок щодо промовців та їх виступів. 3.11.5. Регламент. У нас сьогодні сесія була створена з нарушенням регламенту, проводиться з нарушенням регламенту і продовжується регламент порушатися. Но у мене є, по суті, предложення, яке я хочу вважати поставити на голосування. Я прошу внести змінення в порядок денний і исключить пункти 1.55 із порядку денного. Прошу головуючого поставити це питання, пропозицію на окремо. Спасибо. Ставлю на голосование.